как, я не знаю, как в повороте не туда, действительно, прямо. Смотри, тащи. Все, куда мы едем, Леха? На Волгу мы едем. И мы едем на Волгу. Серега. Все, прямо в кадре. Едем вот так с собаками. Снова Леха рулит. Сколько мы там? Стоит уже 500 рублей стоит. Офигеть. Надо было поругаться с ним, я бы записал. Да, хорош. Мне и так ничего не выписали. Нет? Надо было записать жирного тогда. Так, а мне, по-моему, вот сюда вообще ехать. Толстенький? Да, толстенький. Ой, тогда был, да, случай такой. Пятеру мне выписал. Да? И? Ну, а что делать? Выписал. Ага, ясно. Я тоже с ним ругался. И ты заплатил, да? Еще пока нет. Надо было это, как его? Останавливаешься так и каску быстро сажаешь за руль. Да это он ехал, я не знаю. Да. Видимо, я не нажал на запись, как так получилось. Вот. Когда он нас остановил, но было бы весело. Они еще думают, все пьяные едут, но... Нормально, все подряд останавливаются. Про сытые забыл. Не, ну молодцы, все равно останавливаются. Да? Ну, в общем, с тебя не взяли, да? Да не, он сказал, говорит, это. Давай, говорит, это, свет включай и едь дальше. Ну, молодец. Ну, да, блин. Вот Леха говорит, это промзона. Зона пром. Электричество жужжит. Это вот слышит, это электричество, да? Прям, да, так. Нормально, да. Слышу. Треск такой идет. Можно туда прям крылья, пожалуйста. Так, что происходит на заводе? Или что это там? Это ГРЭС. А, ГРЭС. Кто что ворует? Делают электричество. А, воруют электричество и делают. Делают, воруют. Народ подает. American Squad. Ну что скажешь, Леха? Не знаю, Серега, надо место нам искать. Надо нам искать место. Одна баржа, потому что там толкает другую баржу. Аляска растаяла, катки остались. Пойдемте искать, чего делать. Найдем же, что мы совсем не найдем места. Как же без тебя? Отворачивается в другую сторону. Да, он как видит, сразу отворачивается. Угу.
Вот такое место у нас. Сейчас распакуем вещи. Будет нормально. Да, он даже сам включается, да? Я сейчас пойду принесу отвертку. Давай, если перчатки покручу. Ой? Нет, просто я знаю, вот немного покрутишь и начинают мозоли появляться. Ну, это они тут. Ты закручивать будешь, походу. Вот этот поток, мы, кажется, далеко стоим. Я думаю, палатку, я выставил под палатку, короче. Перемещаемся. Просто хочется, чтобы что-то осталось. А то зачастую вот ничего не остается просто. Ну все, чем ты толкаешь? Такие мелочи вроде, они прикольные. Да, да. Серега, все. Ты не поедешь, но я нашел кучу гвоздей, которых можно в это просто выкинуть. А есть, а самое интересное, есть просто прямые. Есть прямые, есть кривые. Их полно. Делаем стол. Делаем. Их полно. А, на матрас положили. Ну ты знаешь, нам, да? Да, я специально их положил, я видел. А у нас топор где? Топор вот рядом с тобой лежит. Вот, да? Там. Бери, ты будешь гвозди забивать. Забьем на это дело. Нет. Чуть не спалили то, что из чего делать-то будем. Вон, видишь, начали. Ясно. Это вроде, так, да. Так всегда бывает. Сидят в лодке и... А саморезы, они же их можно и убивать, они скручивают. Ты их не убиваешь? Да. Их же можно убивать. Они сломают. Да нет, они выдержат. Да? Ну, да, вон, давай, давай попробуем. Бери. Давай наверняка. Давай, да, погоди, дай секунду прям. Секунду. Забьется ли он? Я хочу нет? попробовать сначала просто наживить гвоздик один. А с другой стороны ты вобьешь саморезик. Я просто, чтобы они так держались уже у нас. Еще гвоздик один. Не, а ты тут, например, там второй саморез. Ну давай, давай. Просто мне тут тоже у нас один. А, топор? Да. На. Сейчас. Забей его. Я пока гвоздочки поищу еще. Ровненькие. Ну, кривых, конечно, полно вообще у гвоздей. Кстати, аккуратненько ходить, только осторожно один гвоздик. Да? Доски видно. Да. Гнется. Они длинные, ломается. Давай, гвозди. Есть. Ну, ладно. А через эту вообще ты не пробьешь так. Я просто знаю. Да. Нет, вот если бы они были вот металлические, как вот бывают, такие вот. Вот имеется металлический, в смысле другого металла. Белые. Мне кажется, нормально. Не, они стоят зараз. Да? Встают, зараза. Ушла. Можно им палочку не там погрызть? Да, я попробую убить еще. Тут вот эти дырки нормально вроде вбиваются. Давай. Ну все. Все, нормальный столик. Стол, отлично, стол. Стелить бы еще чем-то было. Главное, ничего не терять, возвращать не надо. Да, кстати. Такая вот палатка, да? Что у нас? Дуги? Угу. Дуги. Давай протаскивай жизнь, давай тратиться. Придумали, что вот так просто, да? Да, а там раскладывается, конечно, прям. Как гампы там бывают. Давай, поднимай. Давай. Я привязываю стульчик иногда. Привязываешь? Да. Ну, чтобы так, знаешь, так временно так. А, ну... Так временно, а потом уже полностью. Я вообще не понимаю. Не привязываешь? Вообще не завязываешь? Нет. А еще, кстати, ты колышки будешь делать? Да. А давай с ним проще, наверное, будет, или нет? Нет, сначала лучше это. Ну, давай. Даже лучше отреже, вот увидишь, она лучше пойдет. Я просто вот знаю, вот, Серега, вот я колышки делаю, поднимаю, ни один край держится. А, я всегда, я просто вот так беру там, ну, и я... натягиваю. Ну, вдвоем вообще без проблем. Да я один вообще. Нет, одному небольшой сложно съесть, конечно. Не знаю, я пока
всегда вот ее так раз, бросишь прямо. Я раза три собирал, у меня даже, можно сказать, кубы такие не нашли. Вот, вот, пластмассовые штуки. Да, так, чтобы один управляюсь. Вот. Брысок. Теперь только определиться, где у нас вперед. Нет, наперед там. У нас с этой стороны. Ну, вперед, наверное, к воде лучше будет. Да. Можно вот так и поставить. Вода, и костер. Вода, и костер. Все, вода и мясо. Все тут у нас что есть. Только колышками теперь сейчас закрепимся. Этот лег сверху-то надеть этот колпак. Да, сейчас. Давай. Лови, Серега. Я все равно, я завяжу. Я люблю завязывать. Что говоришь? Я люблю завязывать, я завяжу. Не вопрос. Мне кажется, даже если будет ветер, будет вообще лучше. Ну да. Согласен. Есть еще веревочки, если что, на всякий. Эти штормовые утяжки, что ли, ты имеешь в виду? Растяжки, да. Растяжки. Да. Ну их нам не будем ставить, а то запинаться будем ночью. Тоже верно, я тоже. Я думаю, 4 хватит. А они привязываются к каким местам? Вот к этим, да, по-моему? Вот к этим, вот к этим, да. Вот к этим, да, к ним. Да. У меня вот копия, кстати, вот. Размер нам такие же, которые я сдал. Ну вообще ее брали под за 300 рублей. Вот, а короче, у меня... Ну а сейчас просто, ну мы брали тогда еще так. Да. Ну у тебя материал какой-то, он такой, знаешь, блин. Легкий такой. Потолще? Не потолще, а потяжелее почему-то. Под такой прям... Берешь его, да, колки такие. Растянем. Да. Один в один. Середина по бокам тоже. Жалко, конечно, я один матрас взял, этот надувной. А почему ты один ты взял? Да второй-то в сервисе. Балда. Я просто не успел поехать еще в сервис. Зато подушка есть. Я взял на матрасник вообще-то. Вау, вот это вот закрывать все. Да. Отсекать. Да, самое главное. Вся марика. Так, теперь сюда можно шмотки даже складывать. А мы обычно так всегда положим. Шмоток нет. Не, а мы это вот с пакетом. А-а-а. На берег. Толком не видно все равно. На берегу. Вот отсюда максимум. А-а-а. Давай. Отсюда. Пока ходили, все закончилось. Да. Я вон уже как хочу этот сфотографировать. Ну, вернее, классно, снять. Там такой этот прямо. Квочит, зараза. Мужик, и еще и там сзади лодка плывет огромная. Там так просто красиво, ты смотри как. Ну да. Квочит. Вот такие пейзажи. Мужик квочит. Засранец. Хочет поймать сама. Плывет теплоход. Да. Давай, зимой ее готовь уже. Чего ты тут это? Поставь его, где тут руки будем. А ты руки, а ты туда пошла, да, руки? Я прям положил наверх на это. Ты ей будешь, да, натаскаешь воды? Блин, так бы еще какую-нибудь соску бы вообще, да? Или капельницу, да, Серега? Чтоб подошел? Кстати, да. Может, да. А как пробку открывать? Приоткрывать, чтобы она чуть-чуть на капала, всю, да. На всю, да.
закрепил. Все. Нельзя. Блин, так вот ты вообще молодец. А я думаю, мыло кто-нибудь взял. А ты взял вон что. Ну, прощай. Я просто взял, я думал купаться, мало ли, помыть. Ну да, да. Там не так много, его прям... Помолив. Ароматерапия. Да. Бывает, кусаются эти твари. Не сильно, конечно, но... Да. Напор у нас. Да. Что-то не, не смывается. Хотя что смывать? Нормально. Там народ купается, мужчины, женщины. На перроне. А, на перроне. Нормально вообще. Нормально. Да, да, если что, это, как его, полотенчик. Ага. Все как надо. Вода мягкая, что ли, не могу смыть никак. Давай, да, все-таки это помоем, а тем с полотнем просто. Прям чистой водой. Да, давай. Сделал, а потом пойдешь с ней погуляй, а то они без движения уже будут. Помидоры. Давай, давай. Бери сам больше. Мойка помидор в этих диких условиях. Все нормально, да? Ну, куда я дома меньше мою. Хотя да, я да. Люблю тоже помыть. Потерь полотенце. Ну, держи. Да. Давай. У вас двойная обработка. Двойная санитария. Ну, есть такое. Все. Да, я думаю, нормально, я бывает не мою. Потереть помидор вообще? Хватит, помидор, там, и по огурцу тоже. Больше, ты можешь просто нарезать, оставить, а можешь в салат и нарезать. Да, прямо на тряпочку или прямо? Да. Передачи парни с вилками, знаешь? С чем? С вилками, вилками на орешке есть. Они там охотятся на этих, на зверей разных, какие живут. Показывать, короче, как реально тяжело. Я думаю, постелить им, что ли. Вот у них этих хасов есть очень много. Да? Да, там. Ну, они на них ездят. На них ездят там. Фу! Где? Я вышел думаю, туда! Да? Вышел! Мастер-класс по салатам. Где? Я, кстати, думал вчера, может, тебе повара устроить? Кому? Тебе. Вкусный салатик делать. С папой с тобой. Нет. А папа будет суп варить. У нас получится династия. Ресторан откроем. Леша, а ты сейчас очень занят? Очень. Я вижу. Что, тоже парень? Ты что, ты что-то хотел? Я хотел дать тебе ответственное задание. Дай им чуть-чуть лап, пожалуйста, куриных. Обойдутся, еще пойдет. Ну, он сейчас будет скулить, дай ему чуть-чуть. Я могу ему палочку дать. Палочку? Не надо. Давай палочку. Давай палочку. Ай. По зубам. Хорошо попало. А знаете, что я еще взял? Что взял? Я еще взял килька в томатном соусе. Килька. Блин, я еды нет, у нас нет еды. Килька в томатном соусе. У нас есть говядина. Даже псы знают, что у нас есть еда. У нас есть лаваш. Хлеб, чай. Чай. Кстати, можно... а давайте чай пока чай, спичим. Который можно заварить. Вот прям вот чай. Нет, не в пакете. В пакете. В пакете, да. Можно было, можно было. Я просто люблю в кружке взять. Это. А может ты пока вырубишь две рогатинки, чтобы давай, мы повесили давай. Пока чайничек. А дальше тоже вода холодная. Ой, кипятим пока чайничек, и у нас будет все нормально. Запись есть. А, Тайс, привет. Так, подожди, вот если хочешь водить, короче, я тебя расслабил полностью, угу. Ты контролируй ее. Блин, так мягко водится, конечно. Не, кстати, вот надо смазку сменить, и будет еще лучше. Ну, кстати, вообще отличный. Смазка там, короче. Сверху это увеличение, да, вот это. Да, но увеличение это глупость, короче, его лучше не использовать. Да? Но если когда уже надо его действительно увеличить, то можно.
Зев. Зев. Он ест. Серега. Как дела? Как? Вот добываем рогатку. Загубили дерево. Вот деревьев там много. Ну, это поросль. Урса. Это поросль, да. Поросль. Ну, как вот поросль. Как ее зарогатить-то? Че, нормально пойдет? Вообще отлично. Отлично. Куда ее? Вот сюда, да, будем ставить? Да. Вот, ну, как бы, чтобы был... А, нет, вот сюда надо, наверное. Чтобы вхватил он железный этаж, да? Давайте я пока картошки, что ли, почищу. А что же тут вообще? Или поедим сначала. Леха, что тут вообще прям надо... Не втыкается. Воткни ее дальше можно. Дальше? Ближе, в смысле? Может быть, куда-нибудь. А ты ее застрял? Нет. Ну она как? Ну она застряла чуть-чуть вообще малость. Земля, она если бы она шла, конечно, было бы видно. Так, эти ветки, не знаю, что я принес, но они так понравились мне такие. Ты можешь бросить зеленые ветки прямо сюда. Да? От них будет много дыма, и комаров будет меньше. Да? Они сейчас горят. А мы не задохнем за этот дым. Ну ладно. Я тебе говорю, хоть застрять. Проблема нет в другом, что она очень длинная. Надо померить сколько. А, подожди, нам надо вот пониже, ты что, если... Нижнюю, да? Да, где-то вот так. Аккуратнее. Такая земля тут. Земляная. Земляная. Совсем земляная. Да, в принципе, без проблем. Самое главное, в последний момент ее не сломать. Все, будет. Будет держать? Да. Все, будет. А это яблочные, да, какие-то? Ну, они какие-то плодовые или просто не плодовые? Не знаю. Это, по-моему, брали вот специально, чтобы шашлыки. Это яблочные. Все, может быть. Останут пока. Что, поедим салат? Да, салат. Товар отлично. Да. Ну плохо, надо на берег выходить. Блин, надеюсь, они недолго будут. Серега, надо идти вон туда, со мной за водой. За водой? Там это. Там увидишь, как круто там снимать. Я воду, конечно... Ну, давай, я пойду за тобой за водой. Не-не-не, ты просто иди, вон какая вот эта вот штука плывет. Там просто вид оттуда классный. Давай, мы идем за водой. Кто это мы? Это я. А это я. Леха. У нас вот такой моноплот, моноблок. Вот тут плывет у нас теплоход снова. Наблюдаем. Наверное, классно на таком покататься. Да. Да? Так тихо он идет. Да не, довольно-таки не тихо. Ну, моторка громче едет. Километров по 10 нам точно. Нет, идет. Я в плане того, что без шума. Ну что мы, Леха, есть-то будем? Да, Сергей. Сережа. Такой вот у нас салат. Кушаем вкусно салатика. Сейчас чай пока заваривается. Соленый, вот тут нет. А я люблю без соли. А-а-а. Надо на помощь идти.
Такой крик был, как я не знаю, как в повороте не туда, действительно, прямо. Ребята молодцы, придумали. На собаках какой-то стол. Такая вот луна. Ребята. В эфире «Радио Дача» была группа «Пропаганда» с песней «Кто?». Не забываем передавать приветы, поздравлять, в общем, подбадривать близких словом в рубрике «Удачи на ней». Уходим на танцу каждого часа, дозвониться в студию по московскому номеру 8-4-9-9-9. Все отлично. Дерзайте и помните, всегда хорошо там, где есть «Радио Дача». Что скажешь, Лёв? Погода сегодня не очень с утра. Пора отправляться в путь или переждем? Да. Я думаю, встать бесполезно. Да. Все затянуло небо. Все затянуло небо. Мочиться бесполезно. Сколько по времени у нас? 26? 5.23. А, 5.23. 5.23. Воскресенье.